Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Made of Scare. Окей, мы с вами где-то непонятно где, а если бы точнее, мы в парке. Не, мы с леса вышли, мы сначала были на кладбище, с кладбища мы попали в катакомбы, с катакомбы в лесу, теперь мы непонятно в какой-то посадке. Я слышу, кто-то дышит в той части, и уже здесь. Но я понимаю, что ты перелезть не сможешь, так ведь? Ага, здесь все в основном ступеньками сделано. Отдышка. А он умный. Так, сразу будем сейчас проверять мое хп. Мое хп уменьшилось, хотя хуй знает. Короче, какой-то яд, который я не могу вдыхать. А чё он сюда ж идёт? Странно. Так, он дошел здесь недалеко, значит там тупик. Там, я как понимаю, тоже тупик. Если он сейчас вернется сюда, тогда мне нужно будет быстренько пробежать. Он не должен был меня заметить. Нихера их тут много. А, он наверху точно. Мне всегда нужно понимать, куда он идет. Так, если ты сюда со мной пойдешь, пойдем вместе, чтоб я потом на ту сторону пошел.
Я просто сейчас с ним пройду, чтобы узнать, есть ли там что-нибудь. Нету. Там нет ничего ценного, поэтому я валю отсюда. В принципе, если не бежать, они не слышат. Это плюс. Это здоровый плюс, то, что он меня не слышит. Я слышу тебя, подожди. Сейчас я пойму, куда он пойдет, если ко мне. Я тогда это херь обойду и туда зайду. Вот, типа, звук, знаете, из таких, как будто тебя заметили, на самом деле тебя не заметили. С кем? Да. Ого-го. Элизабет, Элизабет, ты все еще там? Сука, не мучи собака. Меня кукла заманила туда. Томас? Томас? Да, да, я в порядке. Но я боюсь, что случилось самое ужасное. Тебя так долго не было. Я боялась, что тебя тоже забрали. Они пытали того человека, Элизабет. Что за мерзкий ритуал? Боже мой! Господи, пожалуйста, жальтесь. Что они пытаются сделать? О, бедные души. Будь начеку, Томас. Не дай им поймать тебя. Я продолжаю видеть собаку. О! Должно быть, это Калиоп. Пес моей покойной матери. Я так надеюсь, что она осталась жива. У меня были причины полагать, что мой дядя избавился от нее. Как приятно снова слышать твой голос. Все, да? Просто снова слышать твой голос. Почему мне кажется, что вот этот монстр, батя ее отдал жертву этого монстра, тот монстр поглотил ее, и теперь она нас заманивает сюда, чтобы нас тоже сожрали. А мы ищем музыкальные шкатулки для чего-то. Но мне кажется, она не жива. Почему-то. О, наконец-то. Ну мы по-любому влево сейчас пойдем. А, там как раз собака, да? Ну да. Тупая собака. Пошла в жопу. Так, ладно. Но я не вижу, где тут можно было бы спрятаться. Здесь можно вот место, скорее всего. Будет отсюда кто-то идти сюда. У нас будет время сюда забежать и забрать и свалить. Я не знаю. Хотя, тоже как вариант, мы отсюда потом будем на шифте ебашить вот сюда обратно.
Хотя по ловушкам, мне кажется, будет намного все быстрее. Да, Леня? Сейчас просто в капкан попади. Так, запоминаем. Влево, вправо. А нас, нам же... Не, нам... Туда. Потому что я звук цепей слышу. Пожалуйста, не скули. Песик, я помогу тебе. Я слышал, ты в капкан попал. Ну, блядь, ну это минус нога. Помогли собачки. А вот, скорее всего, можно и не помочь было ей. Но мы же хороший парень. Мы хотим хорошую концовочку. Ребята, так ведь? Так ведь. Да, блядь, мухи, откуда вас столько? Я что, виноградик кинул себе в этот? Так, я сейчас понял то, что, ребят... Все-таки это пение, которое приманит. Осталось понять, что вообще делаем. Есть хоть подсказка какая-то, я не знаю. Потому что лично я не вижу ни кораблей, ни хера. Дверь откройте, дайте мне забрать хуйту эту.
Я не достаю! Так, что у нас вообще есть? Подожди. Мне вообще нужно понять, блядь, что я делаю. Айсек, не то, фонографы. Пиздец, если мне сейчас нужно будет сюда идти теперь. Потому что я все-таки что-то упустил. Ноты, хилки, 3 штуки. Но я заберу эту херню. Оказывается, нужно было просто нажимать на те буквы. Я думаю, что оно неправильно показывает? Типа я нажимаю N, он показывает не на N. Оказывается, здесь херня в том, что нужно нажимать на то, что, на что оно показывает. Вот в чем херня. Наконец-то. Закройся. Цилиндр героя. Наконец-то. Цель обновлена. Немного пробежали, отдыхаем. Так, провисание. Ну, в принципе, так и ожидал, что это будет так. Если он пойдет обратно, я задержу дыхание и пройдем. Хотя давайте, чтобы я не рисковал, я лучше с ним вот здесь разойдусь. Где территория будет побольше.
Ты что-то было? Нет, не было. Wait. А где проигрыватель? Стоп, здесь такой телефон. Ивай, если получается бы здесь проиграл, мне бы это все заново пришлось. Лол? Но это было опасно. Блин, вот мне интересно, у меня есть эти херни. Как мне подкрывать нужно было эти двери? Время 21 минута. Так, а комнатушка здесь, и здесь задание. Так, вижу комнату с сейвом. Фиолетовый газ более мощный. Он подавляет чувствительность и закупоривает легкие. Может ли он помочь с ритуалом? Так. Какие-то кнопочки. Ага. Мне нужно будут... Мне нужно будут таблетки, да вот этой херни. Это считает то же самое, что у меня было бы... Как он называется? Батарейки. Поэтому будем сложно сейчас менять. И видно, что какие-то электроволны для этих людей слишком жесткие. Они теряют самообладание. Я вам скажу, это нехорошая вещь. А, видите, это обязательно, то есть здесь нельзя, не взять. Вот это вот настоящая голова. Глазные яблочки. Так, ладно. Сразу возьмем, так уж и быть. Откуда ты там взялся? Ему повезло, чтоб я не нашел на кнопку. О, план Исака. Где-то должен быть ответ. Способ использовать эту песню по своему усмотрению. Неужели мой отец, фанатик и пьяница, был прав? Поклоняться этому единственный способ управлять ее силой. Я должен заставить ее петь для меня. Она живет только потому, что я позволяю, потому что я... И мой брат это допускает. Сразу же нажму. Сразу же нажму.
Так, картридж звукового модулятора. Нормально. Вы знаете, что самое прикольное? Я не использовал свою херовину. Значит, здесь можно без этого пройти. Без использования клавиш. Стоп, а он сюда не прибегает. А, нет. Она просто плачет? Так. У меня есть две штуки. Всего их три. Максимальное количество неизвестно. Окей, что у нас еще есть? Специальное сохранение, понимаем. А, предметы, которые нужно собрать. Бла-бла-бла. Так, сюда. Я его просто не понимаю, откуда вот этот выбежал. То есть, пускай он, окей, отсюда выбежал, с этого зала, да? Почему я его не видел? До этого тогда. Хилки 4 штуки, я их... Блин, я все-таки поиграю на этой сложности. Как говорится... Аптечки и боеприпасы есть, но их не... Ну, типа, их мало, но они есть. Поэтому... Как вы видели только что, я мог бы... Я прошел даже не используя. Да, может быть, когда будет какой-то жесткий момент, я, да, использую. А пока что... Не хочу. Хотя... Мы можем просто использовать, посмотреть, как оно вообще работает. Секунда 7 где-то. 6. Ладно, короче, на этом мы с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.